безупречная точность с лазерным сенсором 8200 DPI Pro Aim. Безупречная скорость с 32-битным процессором TurboCore V2. Безупречный контроль при помощи кнопки дубликатора Easy Shift. Безупречная игровая атмосфера с подсветкой в 16 миллионов цветов. Rocket Compure. So, this graph shows that there's been steady progress in our financials over the last quarter. Excuse me, just one moment. Billy Bobby, how are you, mate? Johnny boy! Saw the match, right? Did I see the match? Are you joking? Sorry, very important call. Now, note the number of digital impressions we've received. That's an increase of over 2 billion. Come have a pint with me and the boys. Yeah, oh, yes! Done, Bobby, done! All right, then. As I was saying, puppies to hug, children to love, and billions of rubies and emeralds in each of your pockets. Promise. Asus Phone Pad with Intel inside. Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья, еще раз. И с вами вновь в эфире Каспер и Вилат. И... Гранд-финал. Гранд-финал. Мы добрались наконец-то. 3 марта начался чудесный этот турнир. Длился он очень долго. Много матчей мы с вами посмотрели. Лан-финал тоже длился на протяжении 3 дней. Много матчей мы с вами посмотрели. Наших ребят, к сожалению, в финале не будет. 3 место заняли Empire. Еще раз напомню, 4 Маус, 5 Фнатик, 6 ЕГЭ. Ну и сейчас определится чемпион первого сезона Dream League. Кто? Давайте смотреть. Сейчас будет у нас презентация команд, скорее всего. Да, там сейчас какие-то выходы, возможно, организуют. Ну что, вообще, какие прогнозы на матч? Вот давай начнем с этого. Ну, вот сидел только что здесь Ваня, да, мы после игры сидели, разговаривали. И вот судя по тому, как вчера играли Альянс, как они играют, знаю, что они, во-первых, дома, во-вторых, на национальном ТВ, в-третьих, их тут все поддерживают, в-четвертых, то, что они тупо сильнее. Ну, то есть... Ну, много факторов в их пользу, говорил, да, я понял. И как бы я, вот, если даже попытаться найти какие-то факторы, которые действуют не в их пользу, то... Я даже не знаю, вот, что сказать. Тут вот Инмей пишет, а стоял бы сайленсер на фонтане, и Империя проиграла бы. Что? Ну, я, в принципе, не понял этой фразы 4 минуты назад, и не понимаю сейчас. Это, походу, он про вторую карту разговаривает, но Инмейт это такое, это забейте там. Может, он не проснулся еще. Это наш нештатный аналитик. Или я не знаю, что там. Митяй, что с тобой? Одуплись. У нас сейчас будет начинаться игра, пока у нас аналитики что-то там англоязычные, я вижу, отсюда обсуждают. Мы, я не знаю, почему мы так рано включились, в принципе, ага, вижу, сейчас Бруно передадут слово. Я там смотрю, Бруно стоит, уже выглядит тоже так же, как и мы, посматривает на ведущих и не может дождаться, когда же ему все-таки передадут слово и дадут возможность ему... уже пригласить команды на сцену. Я видел, что Альянсы и Cloud9 вот здесь, вот за нами, недалеко, буквально в 5 метрах готовятся от нас, стоят, уже ждут. Да, да. Так, ну, что все будет хорошо. Ну и тоже еще раз говорим, что помимо этого гранд-финала у нас еще стартует сейчас вторая карта матча Ашер против НИП. Да. Там 1-0 НИП ведут. Но и... там был Нюк. Там был Нюк, это их карта, то есть которая они там вроде как сильнее должны быть. Исконно шведская карта, и, собственно... Только на нюке наших-то, наверное, и можно переигрывать. Да, ну и также стартуют сейчас полуфиналы по Хардстоуну. Сейчас будет играть Рейнат против кого-то там. Ну и по-прежнему продолжаются четвертьфиналы по Старкрафту. Вот он, Бруно. И вот они опять. Вот он зал. И вот там вот мы сидим, только что нас было видно. Вот там вот далеко, там Рома рукой машет. Наверное, может, видно было меня только что. I'm really happy. This has been a really long tournament. We started early March. We've been through. Бруно опять в новом пиджаке? Да, Бруно. Нет, Бруно сегодня в нем был, по-моему. Он, по-моему, рубашку сменил. Я не уверен. Ну, мне очень нравится его шляпа. Ну, у него всегда лютые артефакты. Да, он, кстати, нам оставил визитку того веб-сайта и той конторы, где ему шьют его костюмы. Типа, ребят, если что, имейте в виду, да? Да, да, да. Если вдруг будете в Швеции, надо будет костюм за пару тысяч долларов. Да, ну и вот они выходят, Cloud9.
ребята, которые будут пытаться сейчас взять которые реванш. Очень хотят за вчерашних 0.18 отомстить. Да, 0.18 были крайне внушительны. Такая внушительная музычка рубит. Here I am now with Eternal Envy. Eternal Envy. The carry of Cloud9. How are you doing, man? Jackie Mao. Okay, I'll say it again. Oh, no, it's on, it's on. Don't worry. Doing good. There you go. Отличное настроение у него. So this is actually you already won DreamHack. We went through this. You were playing with Team No Tide Hunter. This is ты уже выиграл с No Tide Hunter финал. What does it mean to you DreamHack in front of all these people? Ты играешь против No Tide Hunter? Да. Говорит, как тебе шпилить здесь перед этими всеми? Yeah. Людьми. Говорит, это значит like, много для меня. Что ты хочешь сказать зрителям, которые здесь? Или пообещать им? I'm gonna destroy Alliance. Давай. Давай. I'm gonna pick Lu9. Короче. Луиджи там сидит у нас на трибунах. Eternal MB from Cloud9. They got a shuttle? Yeah, absolutely. I just wanted to say, fuck you, James. That's more like it. Thank you very much. Да, Джеймс, а я тут при чем вообще? Это было весело. Вот это Envy сейчас. Вот это было... Я так понимаю... Что ты понимаешь? Ну что, немножко подфлеймеливал. Good. Ну, follow good. Too good, да? Немножко подфлеймеливал. I was asking some people in the audience. И решил просто Envy очень быстро его тут загнобить. So I'm gonna introduce right now. Команда Альянс. Please welcome Team Alliance. Ну и вы слышите звук зала. В отличие, о боже, фантастика, меня лично глушит. Замотанный в флаг S4. Да, в отличие, кстати, от Киев Киберспорт Арены, зритель здесь ленивый, поэтому свою попку он не поднимает, когда выходят команды. Да, ну вот он, Лода, опять в финале. You lost count? Yeah, I actually don't know. According to Jacob Milk, you are on 7. That sounds like about a decent number, right? 7 DreamHack'ов ты выиграл. Да, говорит, ну, типа, вроде норм. So again, like I told this to Aki before, you are standing in front of a full Swedish audience right here. Как всегда перед шведами будете играть? Скажи им что-то, только без fuck you. Yeah, sure. Что по шведски буду говорить, ладно? Det känns fruktansvärt skönt att veta att jag har er på min sida eller på våran sida rättare sagt. Jag hoppas att ni hejar lite på Cloud9, men samla de riktiga skriken på våran sida. Och jag tycker det är lite tråkigt att få sitta på våran förlorade sida. Jag försöker verkligen arbeta emot oss. Jag försöker verkligen arbeta emot oss. Jag vill inte låta dem stoppa oss. Tack så mycket, Loda. Tack så mycket. Так, ну что, занимают команды свои места. Ну и мы тоже будем уже потихоньку готовиться. Что там, я хоть вообще в лобби сижу, да вроде, да? Альянсы играют за рейдинтов, и у них first pick, если что. I'm ecstatic. I do not have a favorite right now. I just want to see some great games. And in order to see the best of games, we will go right back into the studio. Toby and the guys, take it away. Toby and the guys. Ну, у нас будут... Да, позвали ребята Тоби покомментировать. А тут мы сидим. А тут мы. Да, ха! Не услышите вы Тоби. Ха! Да, но Тоби сюда вроде приехал как туристом. Там, да, но они снимают интервью. Там, ну, больше капиталист снимает интервью. Тоби просто тусуется в пресс-зоне. Угу. А, на автопати он приехал, понятное дело. А, это всегда приятно. Я бы тоже ездил на автопати. Почему бы нет? Если бы у меня были деньги. А, ну и что, и мы... Если бы у меня были деньги. Отличное замечание в конце, вообще просто шикарное. Ну что, мы готовы, в принципе, с вами начинать первый матч гранд-финала. Ну и посмотрим, что смогут предъявить C9 Cloud9 ребятам из Швеции. Опять-таки, у нас Best of 5 формат немножко отличается, конечно, от Best of 3. Cloud9 уставшие. Cloud9 здесь с самого утра. Альянсы только приехали. Альянсы, опять-таки, до этого не шпилили. Так что...
Ну, в принципе, короче, альянсы, я не знаю, вот уже сотый раз я повторяю, что по всем параметрам они должны выигрывать, но в доте бывают такие штуки, когда что-то должно произойти. А происходит немного по-другому. Да, происходит, что кто-то берет просто, не знаю, Draw Ranger с Этериалом, да, или Мипера в мид берет, и начинается дискотека. Ну и нам тут пишут, что еще 4 минуты не будет так стартовать игра. Так что еще 4 минуты придется вам нас потерпеть. Может, зал нам покажут? У нас нет зала. Давайте лучше... А что там в зале, интересно, может не происходить? Не знаю, может, людей каких-то покажут. Вот, ну, пока что нам показывают... Показывают команды. Cloud9. Ну, почему бы и нет. Они сидят, и тупят. Они уже готовы стартовать, то есть им это... Им вот этих пару минут не надо. Эти пару минут надо ребятам, которые комментируют игру. Не знаю для чего. Эти пару минут нужны на самом деле для рекламы на ТВ. Да, я забываю, конечно, что у нас же трансляция идет на шведское телевидение, и именно поэтому у нас тут маленькие паузы будут возникать. Интересная система запихивания капелек в уши вверх ногами. Ну, может, так ему нравится. Не знаю, а может, так надо? Может, это мы просто не очень... Ну, я иногда тоже так делаю, но плюс в том, что когда ты наушник снимаешь, то есть он не падает ну, на землю, он остается типа висеть висит на ушах. Да, то есть... Вот он, синг-синг. Мипа-мипа. Ну и ауи на пофиг такой сидит. Ну, типа, ладно, опять придется тащить из таких дарей на себе. Еще Best of 5 тут катать среди ночи. Ни стыда, ни совести. Хотя еще не поздний вечер, 7 часов вечера только. Да, ну на самом деле по ощущениям вроде как уже побольше, чем 7 часов вечера. Ну с 10 утра в эфире. Ну в принципе да, мы тогда начинали с 2, то есть на часов 5. Да. На 4 часа ну, раньше. Да, на 4 часа там, ну позже, да, получается, да, начинали. Да, тоже. Позже. Такое, вот Густав Магнуссон. Также люди, конечно же, здесь обожают просто, это представление игроков идет. Да, Адмирал Бульдог. Ну, причем я не замечал вот этого хайпа, когда представляли ребят из Cloud9. Да. Ну, с чего бы вдруг? Да, Лода, конечно же. Бородач. Да, Enter God Mod. Но вот полный уже зал. Тут даже на последних стульчиках уже, на последний ряд стульчиков полный. Ну и, как всегда, Аки. Древний-древний Аки. Ну, по нему не скажешь, что он древний. Ну, по нему-то не скажешь, да, но играет он уже пару тысяч лет в доту. Это мы знаем, вот она, публика. Еще вот древние надписи на египетских пирамидах. Да, это уже непонятными. Были с Аки. Это были первые герои Доты 2. Точнее, да. Первые тогда еще Доты. Это понятно. Первые наработки. И тогда уже Аки играл. Да, ну тут вроде бы рейди. Я думаю, можно уже начинать потихоньку. Я не знаю, почему нам не представляют Cloud9, или их представляли, просто это так тихо было. Это так тихо было, я же тебе что и говорю, что я никакого понял. Кипиша вообще не было. Слушай, вот тут думал, что шутку пишет, посмотри на Лоду, а клавиатуры у Лоды нету. Прикольно. Может, а куда он видит? Может, на коленках она у него? Да нет, на коленках вроде тоже не видно. Очень любопытный момент. Ну, ждем, мы ждем, пока Лоди кто-то принесет клавиатуру. Я надеюсь, на DreamHack'е хоть кто-то один сообразит, что надо пойти и принести клавиатуру Лоди. Лода нет, не сообразили, Лода пойдет сам за клавиатурой. Ну, он пойдет сейчас, купит Dream Store полностью. На последние выигранные деньги. Да. Ну, тут дороговато затариваться. Ну и вот Синг-Синг, он тоже любит бананы. Да, все киберспортсмены любят бананы и йогурты. Потому что это еда, которая не отяжеляет ваш желудок и заставляет ну, типа, сидите, кровь играйте, из мозга оттакать. Да, потому что когда ты наедаешься, у тебя в натуре начинается жара, и ты хочешь спать, ты хочешь еще похавать, что-то попить. Думаешь, ты совершенно не про то, про что надо. Да, 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 есть такое. Ну, не знаю, у дотеров, опять же, я даже по личному опыту, да, как-то замечал, что это вроде не так сильно связано. Вот всякие там кейсеры, старкрафтеры, у них очень сильно это заметно. Потому что действительно там скорость реакции, она очень сильно решает. У дотеров, конечно, тоже, но там количество операций чуть больше, чем в дотке. Ну да. Совсем, совсем не нужно. Особенно в StarCraft. Я смотрел за спиной
не помню даже у кого, как человек играл, ну, кажется, у кого-то, то ли у Джей Донга, то ли еще у кого-то. И зрелище на самом деле весьма любопытное, потому что ты, в принципе, не успеваешь следить, что происходит, а человек еще при этом успевает все это прокликивать, продумывать, расконтроливать. Не, ну, во-первых, когда ты следишь, в принципе, ты не ну, должен ты, так ну, понимать хорошо. Ну, ты не удавишь общую задумку, да, это понятно просто. Я тоже когда-то там катал, старался более-менее потным быть. И да, ты понимаешь, у тебя в голове свое течение мыслей, да, ты знаешь, что тебе нужно делать, в каком-то порядке нужно делать, то есть ты вообще но на автопилоте это делаешь. Они? Скорость, да, и точность принятия решений, плюс ты должен моментально реагировать на действия противника, вот что самое, как бы, главное. Ну, а у нас тем временем начинается период пиков банов, Альянс, Cloud9, первая карта, счет 0-0, Best of 5 серия. Да, три карты нужно выиграть для того, чтобы стать чемпионом Dream League и заработать немножечко денежек. Совсем немножечко. Ну, там около 80 тысяч, по-моему. Ну, 73 пока, и сейчас посмотрю. Да, 73 тысячи. Да, общий призовой уже 265 тысяч долларов. Ну и напомним вам еще раз, что абсолютно все матчи DreamHack, Dream League можно смотреть в Dota TV по билету. Без билета, точнее. То есть это бесплатно. Каждый из вас, не покупая билет, может зайти прямо сейчас в Dota TV и смотреть игру. Тоже так что заходите и люди смотрите. Пишут, опять же, что Лода настолько суров, что шпилит без клавы. Лода настолько суров, что может вообще и без мышки, и без клавиатуры, и силой мысли управлять своим персонажем. Да, Лода настолько суров, что он может выигрывать DreamHack, не выходя из дома просто. Betfair says, Vitaly, you have 5 euros free play in your account. Vitaly, you have 5 euros free play. Это мне имейл пришел, и у меня голосовые оповещения в браузере стоят, когда мне приходит имейл, он мне зачитывает верхних 5 строчек. Виталий. Мне, наверное, какой-то бонус выпал где-то, я так понял, в какой-то конторе букмекерской, и мне пришло имейл, извините, зато теперь все знают, что... Что вы Виталий. Да, что я Виталий, и мне пришел имейл от кого-то там. Так, ну а я тут мельком позыркиваю на Hellraiser Snip. Ну, на Inferno должны вжарить наши. Очень хочется наш финал. Ну, пока что вжаривают, вроде бы. Пока что 3-0 и первое, ну, первое оружие проиграли, не? Ну, в смысле проиграли? 3 в 2, стоит пакет. Тут непонятно еще. Там хлопали только что. Вот, кажется, проиграли. Дерево, первый пик от Альянс. Дерево первым пиком. В бане у нас Ликантроп, в бане у нас Doom. Там же и Брюмастер с Бэтрайдером. Ну и посмотрим, что же Cloud9 будут пикать. Под Машаду Демон? Что они еще могут пикнуть? Я не да, знаю. Маша Дарксир. Будет. Вот это уже интереснее. Да, может быть. Не знаю, слышали меня экстримчик? Андрюха, подойди, дай, пожалуйста, пароль на Wi-Fi, а? Ну, пожалуйста. Да, тут Тоби начинает заливать. И Джакира появляется. Да, Дарксир и Джакира. Там Тоби так громко анонсировал. Я не знаю, будет ли Тоби комментить игру, или он просто озвучил анонс. И, ну, ну да, как и, анонсер, походу, шел, мега-килл анонсер. Тоби мега-килл анонсер. Тоби килл анонсер, да. Тоби анонсер. Так, когда уже Хардстоун начнется? Что за фигня? Да ты задолбался своим Хардстоуном. Смотри доту. Ну что же, второй пик от команды Альянс. Немножечко, может быть, шокированы Альянсы тем, что сейчас появляется Джакиро. Опять-таки, вот, задолбались они с этим Джакиро. Сейчас вот, бери бань Драгонайта или не бань Драгонайта. Не, ну Драгонайта, я думаю, скорее забанят, чем не забанят. Мне больше интересно, кого они сейчас будут добирать. Тренд Протектор Фурион, как они обычно делали, или нет? Ну, а почему бы и нет? Grab a seat and save. Продолжается мне имейлы приходить. Я не знаю, слышали это люди в стриме, да, наверное, слышали. По-любому. Чего бы они не слышали. Если мы слышим, то и люди тоже точно да, слышат. Да, я сейчас отключу это дело. То тут... А, это мне говорят, что мне надо зачекиниться на рейс, который у меня послезавтра из этого в Ригу, как его, из Гетеборга в Ригу. Где там оно? Mute options. Да вон же было mute for today. Voice notifications. Все. Так жмакнул бы mute for today. Не, mute for today, это оно вообще мне имейлы не будет приходить. То есть. А я не хочу, чтобы не вообще.
Ну, notification вообще не будет появляться, а я только звуковые. А, ну ладно, отключу, я понял, ладно, окей. А то, ну, я, мне вот этот имейл, что пришел, он полезен, мне надо зачекиниться на рейс. Да нормально, я вон приехал в чувак, LA за 45 минут, я лечу лечу бомжатским лоукостом за $45 в Киев отсюда с пересадкой в Риге. У нас там чекин в аэропорту, скоро столько будут стоить. Да, там чекин в аэропорту стоит 25 евро, так что... Билет 45, чекин в аэропорту 25. А, нормально, и 25 нормально. Еще за каждую сумку. О мой бог. Да, так что великолепные просто правила. Так что мне надо будет кому-то в сумку впарить. Слушайте, можете тебе сумку впарить? Ну что же, у нас мы идем... Мы полностью угадали, мы же вообще мы жюрили, мы читаем очень хорошо команду Alliance, да и не только их. Ну, наверное, потому что они в каждом матче берут Trend Protector Furion первыми двумя пиками. Ну и забанят ли они вот сейчас этого самого Dragon Knight'а или им пофиг на Dragon Knight'а, сейчас мы выясним. Там у нас был минус Silencer. Ну что же, и Кунка тоже отправился в бан, довольно странный бан, но да пусть будет, и мы видим, думает Энви над тем, чтобы сделать. Не, ну что, сделать. Кунка странный бан. Синг-Синг любит очень этого героя, и почему бы не забанить? Частенько пикали Cloud9, и получалось у них с этим персонажем. Но мне нравится, что у нас вот в преддверии International дотка превратилась в нечто разнообразное. То, что у каждой команды есть свои сигнатурные герои, которых стараются банить. Они у всех одно и то же. Пул из 20 героев, 5, точнее 10 из которых постоянно играют, 10 оставшихся постоянно банят. Ну или наоборот. То есть, да, действительно, такая дота немножечко не очень веселая. У нас был период такой. Я вспоминаю, когда у нас был, вот особенно со Свеном, там, Дарксиром и еще кем-то. И вот это постоянно каждая игра одно и то же. Ну и с Нагой, да что, с кем только не было. С кем только не было, да. Эти тренды, они появляются иногда на день, иногда на месяц. И... Ну, вот смотри, забанили Энигму. О, увидели в бане Сайлентера, возможно, посчитали, что должна появиться какая-нибудь Энигмочка там. Ну да, просто и Энигма, и Тайт все еще в пуле были на тот момент. Но вот сейчас Эмбер Спирит, Cloud9. Эмбер Спирит, это уже интересно. Ну что, есть небольшая комбинация в виде Ice Path и Вакуум. У ребят из Cloud9, ну, нельзя назвать какой-то супер комбиной, но, в принципе, штука работающая. Видели мы много раз подобные вещи. И Эмберу там только прыгать и нарезать после да, этого. Да, Эмбер там прыгает и нарезает. Хорошо. Альянсы чем будут прыгать и нарезать? Сейчас посмотрим. Не, ну, понятно, что прыгать они будут Фурионом с блинком, естественно. Ну... Фурион, мы уже поняли, что это ПТ, Мэлстром, Блинк. И это Висп. Вот так вот. Альянс продолжает играть так, как они играли раньше. Ну, а почему бы и нет? Пики просто там один в один повторяют предыдущие игры их. Ну, сейчас Лодия, ну, понятное дело, что не будет. Это Хаус Найт, как в финале прошлого Интернешнла. Но Лодия будет что-то. Ну, варианты теперь уже три. Это либо Тини, либо Свен, либо Хаус Найт. И я думаю, что все три варианта тут могут... Да, имеет право, смысл... Да, имеют право на существование, скажем так. Ну-ка. Полторы минуты на размышление остается у Eternal Envy. А для Envy, блин, такое принципиальное сейчас противостояние. Как вот правильно Бруно замечал, что выигрывал уже Envy DreamHack однажды в составе No Tide Hunter. Где это второй раз... для него DreamHack в жизни, и прошлый он выиграл. Да, где как сейчас раз вот были S4, Аки, Лода, да? И Адмирал Бульдог. Без ЕГМа. Да, ну и сейчас он попытается доказать, что зря они его тогда набрили. Один раз он уже почти доказал, со счетом 0-18 проиграла команда Cloud9. Ну, Кэрри Тайтхантер это была не самая удачная идея. Ну да, да. Это Кэрри Тайтхантер, потому что Дарксир сложный. Ну или суппорт Тайтхантер, но я не знаю. Ну что, 0.18 и поехали вторую карту? Можно, я думаю, 3 по 0.18, по 15 минут и изи-каткой. Можно по домам. Вообще было весело, да? И сразу на автор-пати ехать отсюда. Да, ребят, что-то я не понимаю. Cloud9, неужели они настолько уверены в своей стратегии, что решили ее еще один раз заюзать? Ой, ты посмотри, а там... Они в Dream Arena проводят финалы. Да, финальную часть по Хардстоуну решили провести вот в этом кинотеатре, там, где Quake, кажется, тогда еще играли. Там был Quake на прошлом финале, а два финала назад там была Dota, когда играли Альянс и Квантик.
Да, вот, и сейчас там было. Можно сесться поудобнее, блин, я уже хочу туда. Я комментировал из про-зоны, а ходить надо было к командам туда, а ходить туда далеко отсюда даже. Даже отсюда там, не знаю, 5 минут надо топать. Ну, Свен опять забирает, то есть у нас полностью повторяется Пик Альянс. Да, там тоже сидят по поводу Хардстоуна. Очень много людей тоже наблюдают за этими вещами. Ну, надо привыкать к тому, что Хардстоун станет вот таким же дефолтным, дефолтной дисциплиной, как КС, как Дота, как Старкрафт, к чему мы привыкли. Ну, хотя, вот скажу вам так, да, вот первый мой DreamHack был 3 года назад, и когда я приезжал сюда в роли менеджера команды по КСу, ДТС тогда еще была команда хорошая, я думаю, вы помните. Так вот, тогда к Доте так все относились, дотеры, дотеры эти, да, короче. Ну, как обычно. Ну, к Хардстоуну также некоторые относятся, но я думаю, что пока, сейчас пока, да, придет время. Призы сделают нормальный обсервер мод, там, не знаю, какие-то сервачки под турниры, режимы какие-то добавят. Ну, типа, можно будет нормально катать, не только трайхардить в ранкеде. Ну, можно сделать обсервер мод, но вот, например, элементарные StarCraft TV они до сих пор не сделали. Не, ну у них хотя бы апсы есть слоты. Ну, хотя бы есть апсы, но я готов платить даже деньги за билеты на там GSL, то вот эти турниры корейские, чтобы посмотреть, ну, его типа внутри игры. ТВ, да, да. Ну, на самом деле, мы уже обсуждали эту тему, например, с ребятами, когда были на The Summit. Понимаешь, Valve, они вынашивают эту идею еще со времени CS 1.3. Да, что-то типа того. У них еще тогда был HL TV, который потом перерос в Source TV, и который сейчас именуется GO TV, да, и Dota 2 TV. То есть эта технология у них там чуть ли не уникальная. Ну, я не знаю еще другой. Ну, сделать ее, я тоже не знаю. Которая была бы хотя бы приблизительно похожа. В LoL этого нету, нигде этого нету. Есть только в CS и в Dota, ну, то есть в играх компании Volvo. Так что радуйтесь, уважаемые шпилеры в Dota, что все-таки дотку сделала Valve компания, а не, например, кто-то другой. Какие-нибудь риоты. Какие-нибудь риоты, либо, ну, еще кто-то. Смотри, мы опять же читаем, это Свен, так же, как был ранее. Все, все абсолютно повторяется. Да, пики... Остается только герой для S4. Магнус. Ну, Магнус. Я не знаю, почему забанили Шторма на самом деле. Ну, будет Магнус. А будет Магнус. Ну, потому что вот берешь Магнуса и выигрываешь катку. Слушай, там немцы уже 4-0 насилуют Португалию. Да? Что? Просто посмотри на лицо Криштиану Роналду. Кристинка плачет, все нормально. Да, мне кажется, не только Кристинка там Ребят, плачет. Ребят, если вы любите сборную Португалии, либо болеете за Криштиану Роналду, не включайте телевизор сейчас, просто не включайте. Это не его унесли носилка? Нет, это не его унесли. После сердечного приступа? Нет. Там есть чудесный защитник Бруно Алвеш, который выдает лучший матч в истории футбола. Португальцы и так в девятером играют, еще и... Короче, провал. Худшего начала чемпионата мира и не дождешься. Все-таки это пак, и у нас 4 героя повторяется с пятой карты гранд-финала Интернешнала прошлого, да, правильно? Да, вместо Хаос Найта у нас Свен. Сейчас Свен. Все остальные то же самое? Да, так и есть. Ну и решили Альянс показать, что старая гвардия — это очень хорошая гвардия. Но мы начнем играть в Доту или как? Я думаю, что мы должны сейчас начинать играть в Доту. Это что у нас получается? У нас Синг-Синг будет в миде стоять на Алхимике. Пирог, Ложь, Смерть — это суппортящий Тайдхантер. Все-таки это суппорт, да. Не... Скажи мне, что S4 в миде будет делать с Сингом? В смысле, ну просто будет стоять. А нет, там 3-0, извини, я перепутал. Это был 3-й гол. Ага. Сказали, да. Типа повторочки, повторочки. Да, и вот повторчик. Опять показывают нам тут капы. И капы. Меня дропнуло из доты. И тут Alliance. Ну, пока, я думаю, мы просто посмотрим вот на трибуны. Люди довольны, люди хотят посмотреть за зрелищной доткой. И, надеюсь, команда нам подарит эту зрелищную дотку. А я надеюсь, что меня перестанет дропать из этой зрелищной дотки, потому что там уже пошла игра, а Вилата... А у тебя все еще зрелищное. Я уже реконнекчусь, так что... У тебя было написано «Game is safe to live», так что мог ливать вообще смело. Думаешь? Да.
на изичах. Хорошо. Просто ливаешь, там, врубаем КС, точнее, ты врубаешь футбол на своем, я тут на мультитвиче КС Хардстоун, и поехали. Да, это, кстати, классный план вообще. Идеальный. Да, ну что, поехали. Да, начинаем мы с вами смотреть этот гранд-финал, и, собственно, очень-очень интересный будет матч. Видите, много-много у нас вот здесь точечек. Я думаю, часа через 4 они будут все заполнены. Или не все. Посмотрим. Итак, С4 играет на паке. Лода, конечно же, играет у нас. Видим, не только меня дропнуло. Всех дропнуло. Много кого дропнуло. Меня тоже подропнуло. Аки играет на Тринте. ЕГМ играет на Виспе. Лода играет на Свене. Адмирал Бульдог, конечно же, на Нейчерс Профите. Ну и против них Пайлайдай. Это суппорт Тайтхантер. Ауи, суппорт Джакиро. Терналенви в легкой пойдет Фармитембером. Синг-Синг Мид пойдет Алхимиком. И в сложную у нас потопает Бон Севен на Дарксире у команды Cloud9. Так, ну я вроде бы вернулся в игру, у меня только дотка прогрузилась. Касательно линии, что у нас есть? У нас есть стандартный Фурион сложный против вроде бы трех героев, но это же Фурион, он даже подходить на линию не будет, он там будет своими пеньками грязь устраивать. Ну это бульдог, он знает, что делать. Короче, будет бульдожить. Хорошо, в миде, вот в миде интереснее. В миде у нас пак против Алхимика, с одной стороны это милишник против рейнджевика, то есть милишник должен себя чувствовать хуже, но у милишника есть вот такой чудесный спелл, который заставляет рейнджевика тоже себя чувствовать немного дискомфортно. Так что там очень интересное будет противостояние. Посмотрим за его результатами. И Бона 7 будет заниматься отводами, которые уже заблочили Альянс. Вот. Тут сразу ребята из Швеции поняли, что нельзя давать заниматься подобными вещами на своей сложной линии. Если ты собираешься быть где-то полезным, то, пожалуйста, будь где-то полезным у себя в лесу, а не здесь. Ну, вот сейчас он сделает один отход. Ну, так он и сделает. Он пойдет в свои леса, скорее всего, после этого, потому что делать ему здесь откровенно нефиг. Да, так, скорее всего, и будет. Не, ну он может сейчас подумать, что, блин, я не по таймингу все сделал, и еще останется на минуту. Ну, вряд ли, я думаю, Бонус 7 будет так поступать. Это вообще было бы идеально. Ну да, он тут сейчас щитки опять поразвешивал. Видимо, одного у него крипка все-таки получилось щитком добить. Так, ну и Лода на Свене. Да, ну Лода здесь фармит. Мы прекрасно помним, что произошло с его Свеном в прошлый раз, когда они его взяли, то есть вчера. Что с ней произошло с врагами, было очень больно его врагам. Да, и вообще, понятное дело, что очень-очень крутой герой вместе с Виспом. И один из лучших, в принципе, с Виспом. Отличный стан, отличный ульт. Да, там АОЕ стан как-никак, причем АОЕ достаточно мощная там. Короче, хороший герой. Единственный его недостаток в том, что, милишник и достаточно... Вроде он и быстрый, но все равно ему нужно фиксировать, чтобы он нормально нарезал. И нужно много айтемов. Какой-нибудь кристаллис БКБ стопудово, вот мом кристаллис БКБ. Это, в принципе, три артефакта, с которыми он уже может убивать всю команду. Ну, я имею в виду к тому моменту, когда у него появляется мом кристаллис. Ну да, начинать, я так понимаю, он будет все-таки с БКБ, да? Или же как игра пойдет? Ну, я думаю, что БКБ тут must have, это точно. И что, скорее всего, именно с БКБ Свен начнет. Это сейчас какой-нибудь Power Threads, не знаю, будет барабаны или нет, Лода собирать. И потом выход в Black King Bar. Ну, как там у нас дела в миде у С4? С4 уже несет себе ботл. С4 хорошо тут добивает крипочков. По крайней мере, когда я на него смотрю, 4 крипа у него заденайна. И 14 добито вражески. Ну и Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог. Ах, сбили мы регенманы. Так, добивает одного крипа Адмирал Бульдог. И почти получается добить второго. Ну вот. Эх, не получается. Ну, хотя бы получает опыт. Да не дыши ты так. Да я не дышу так. Дышишь так, это что... не ты. Это не ты? Что не ты? Это не я, это не ты дышишь. Это не я дышу. Это тебе кажется. Это глюки, не переживайте так. Хорошо, уговорил. Ну, раз глюки, значит глюки. Что же, Envy мы видим. 20 на 7, отличный просто крипстат. Ауи здесь 9 на 2 рядом с ним. Но бульдог улетел. Бульдог улетел пока на базу. Ну и с тапком здесь сейчас будет возвращаться. Есть у него вторые пеньки, их вызывает, куда-то отправляет. Так, у меня куда-то делась дота, опять же, из троих. Да, это дота, блин, это Windows 8 и дота. Это что-то вообще тяжелое, я очень скажу.
Фызы, кстати, приобрел MVP на топе. В миде у нас мы видим S4 21.4, Sing 19 на 0. Но я думал, что тяжелее будет здесь Паку, если честно. Ну, хотя Пак просел вот сейчас очень серьезно. Нет у него регенов, и поэтому надо его ждать. Стоит себе просто Синг-Синг, приносит очередной ботл и забирает еще и руну инвиза на топе. Конечно, Пак это контролирует, но и что с того, что он это контролирует? Ему от этого легче не становится. Очередной ботл. И ему сейчас надо курицу далеко не отправлять, потому что придется обузить. Опять ее отправлять будет назад, да. Правда, она понесла мидас Лоди вниз, все-таки через мидас играет Лода у нас. Ну, почему бы и нет, у него будет довольно быстрый мидас, его не будет трогать здесь минут 10. Я не думаю, что минут 10 стоит ожидать каких-то вылазок от Лоды куда-то. Я думаю, что будет он стоять дальше здесь, продолжать фармить. Да, просто если даже какие-то вылазки и понадобятся, то что там? Он прилетит, висп, все равно ему там move speed, атак speed добавляет некоторый. Так что особо какой-то критичной надобности в артефактах таких ранних у него особо нету. Прилетел, там дал стан, дал две тычки. Просто в любой другой ситуации висп его туда не притащит, да, если там будет проигрышная ситуация. Так что Лода может действительно пока что акцентировать свое внимание именно на фарме. Ну и вот он мидас, сразу же съедает первого крипа, и пошла жара. Вот так спид, конечно, вырастает. Серьезно так уже. Ну, для Свена, кстати, мидас это очень хороший артефакт, по сути. Кроме того, да, действительно, что он дает деньги, он еще дает атак спид, что Свену никогда еще не мешало. Да. Таким героям действительно не мешает. У тех, у которых увесистые достаточно плюхи, для тех, для которых каждый удар... Ой-ой, ты посмотри, что делает Адмирал Бульдог. Находит он Буны 7, и Буны 7 пока что регенится. Но Адмирал Бульдог с лоу-граунда мисс! Как? И ловят Адмирала Бульдога. И тут уже Энви будет сейчас убивать Бульдога. Но там висел еще немножечко Ливинг Армор, пытается мансовать стан, и это... Это First Blood. Причем тут залетает Пак с Dream Coil'ом. S4 пытается наваливать Ауи. Ауи умирает. Аки его запинал ногами, ну или руками, там не знаю чем уже. Висп подхиливает. Отличная стяжка от Эмбер Спирита. И очень сильно проседает Аки, очень сильно проседает Висп. Начинает наваливать Цинг-Цинг. ЕГМ улетает. Минус ЕГМ. S4 уходит в ворп. Да, и он уходит. Не самая лучшая сейчас была драка от команды Альянс. Вот в чем дело. Ну да, Мисс прошел. Если бы он... Ну, это бы не поменяло бы того факта, чтобы его убили. Но окей, First Blood бы произошел. Да, счет был бы 2-2, а не 1-2. И как бы Адмирал Бульдог бы заработал много денег и... В итоге у него бы что-то бы было, а на данный момент у него четвертый левел и по-прежнему тапок. Веселейшее начало. Здесь, кстати, ты смотри, Пайлайдая ловят, и это минус Пайлайдай. Да, фраг достается Лоди. А вот этого нельзя допускать, когда Свен с мидосом еще и ему фраги отдают. Это очень плохой знак. Тем более в присутствии Виспа. Висп, который уже почти пятый левел себе наполучил. Да, ну... Лодочка, 40 на 14 у нее крипстат, отстает он немножечко от Eternal Envy, ну совсем немножечко. У Envy просто есть два фрага, у Лоды есть один фраг и мидас, то есть нужно, если включить нетвор, сразу видно, что разница-то есть, но небольшая, 300 голды в один фраг, как раз. Не, ну мидас-то он работает, в том-то и дело, что... Фраги будут идти не постоянно, а мидасы будут идти постоянно. Да, мидас он стабильный, дает тебе прирост, вне зависимости от того, чем ты там занимаешься, где ты там гуляешь. Любого грибочка скушал, денежку заработал, опыта заработал. Так, ну и вот он Лода сейчас ПТ-шечку себе. Ну и дальше, сразу БКБ или все-таки это будут барабаны, будет ли это такой статовый Свен? Ну, посмотрим. Просто больше барабаны тут особо собирать некому, так что, скорее всего, на Свене они и будут собраны. Ну, вообще идеально подходит, если взять ПТ, потом барабаны, а дальше там, ну, я даже не знаю, что. Дальше можно идти уже в криты, ну, или в БКБ. Ну, да, или в МОМ, то есть это уже it's up to Лода. Ну, и зависит, опять-таки, от ситуации, которая будет складываться в игре. Так, ну, Лода там докупил себе телепорт на всякий пожарный, если вдруг сейчас ЕГМ надумает его куда-то утащить, или если вдруг придется дефить топ. Висп у нас улетает как раз на этот самый топ. Кстати, там у ЕГМа не хватает совсем чуть-чуть ему до 6 левела, чтобы пролететь, чтобы перелететь туда уже с Лодой. Но в итоге мы видим Denied Tower. Первый Tower для себя забирает сейчас ребята из Cloud9. Ну, правда, заденайли его шведы, но не суть дела. Главное, что Tower упал. И план для того, чтобы идти на Т2, уже готов. Да, ну и вот Синк использует билд через медальку. Для тех, кто, возможно, не в курсе, Unstable Concoction наносит физический урон, как, в принципе, практически все, что есть у алхимика. Там Acid Spray у него композитные, но это уже совсем другая история. Так вот, под медалькой, под тучкой, которая также занижает броню на 6, то есть медалька минус 6, и
штучка минус 6. Под минус 12 брони. Ну, залетает, скажем, вам. Стан залетает, ну, вот не на эти там 290 урона максимальные, а там на 300, например, 50. Там больше, ну, да, плюс там, ну, понятное дело, что убирается 25 плюс, родных и так, да, далее. Плюс вы еще там стоите, все это время вас нарезает алхимик под этим минус армором с чумачечем атак спидом. Ну, там получается чуть ли не pure damage в тебя влетает. Там больше, чем pure damage. Даже больше, чем pure damage, потому, да, что тут всего-то 4 брони. Там у Пака, у Свена, ну, да, 6 брони. А режется минус 12. А там минус 12. Там очень серьезно идет Amplify. Согласен. Ну что, продолжаем. Мидас покупает Дарк... Что-что? Мидас Дарксир покупает? Да. Ну что, атак спид больше. Ну, а вот для Дарксира это очень важный параметр, кстати. Он, да, подходит и так тебе рукой. Как только альянсы увидят, что здесь Мидас, они поймут, что нет быстрой меки. Алхимик же не собирает быструю меку. Нет, алхимик пока не нет. Собирает. Джакира тоже не собирает. Тайдхантер, естественно, тоже не собирает. Энви. Энви. Ты видел, что он купил? Ты не можешь объяснить вообще, что происходит? Не, я вообще не понимаю, что происходит. Почему он только что не убил Аки, я не понимаю. Зачем он купил Point Booster? Не, ну, в принципе, он будет делать себе этот. Он может делать себе Bloodstone. Не, понимаешь, просто Orb of Venom и Point Booster используются только в одном артефакте. Он может делать скади. Да, он может это делать. И мы видели, как это делали иногда. У нас, по-моему, на лонг-финалах Старладера делали, не? Но только не первым артефактом. Блин, где же я видел, что первым артефактом делали? Очень-очень редко это бывает, но есть такие товарищи. А не Лода ли это был? Ну, где-то я видел, не помню где. В принципе, что? Счет 4400 нафармит, купит скади, будет словить. Я не знаю, зачем. Не знаю, я тоже скади. Не понимаю. Ну, блин, вот это все опять у нас уходит. Упирается в необычность айтембилда. Я не могу говорить, что это типа слишком плохо. Артефакт сам по себе неплохой, но он слишком дорогой. Да, слишком мало. Ворвались. Синг-синг, стан, минус. Минус синг-синг. Хорошо. 3-2. Альянс чуть-чуть вырываются вперед. Но нельзя это назвать. Вырываются вперед. Просто начинают сделали фраг, по флагам. Да. Ну и Лода в любом случае зарабатывает этот фраг. Лода действительно делает, как мы с тобой предполагали, БКБ. БКБшечка? БКБшечка. И тут, кстати, Лода на Пэлайдай. Ой, как тут больно Пэлайдай. А продолжать надо. Кто бы здесь сюда не прилетел. А, Евиспа связали. И, к сожалению, ЕГМ здесь погибает. Лода, да, остается один. Там 2 секунды было до тезера. У Лода заканчивается действие ульты. И без ульты он уже не такой грозный соперник. Он тоже это прекрасно должен понимать. У Пака появляется дагер. Тоже очень рано. Да, на 12-й минуте. И мы понимаем, что будет у нас сейчас... S4 где-то на нижней, или не знаю, может быть, в мидлейне пытаться сразу же этот самый даггер показать. Да, нужно этот даггер сейчас реализовывать. Ну, мы видим, у нас тут S4 улетает. Да, все, манку он себе подрегенил. Ну и нужно нападать. Нападать на кого? Джакира толстый, у Эмбера щиток магический. Кстати, Эмбер играет без фистов. Но это... Прошу прощения. Это Энви. Я не знаю, что он делает. Не знаю, почему он это делает. Он умирает. Или нет? Нет, он не умирает. Непалевный такой прибежал Лода. Да, кстати, немного не понял, почему он стан не закинул. Но, возможно, не захотел тратить ману на Энви, который, скорее всего, уйдет в ремнант. Но проблема в том, что у Энви не было ремнанта. Ну, как бы Лода же не ожидал, что Энви настолько жесткий. И что Энви играет через скади первым артефактом будущим. Ну, сейчас и посмотрим, потому что отправляется у нас курьер куда-то там. Куда у нас отправляется курьер? Точнее, зачем? Давай, курьершки. Он просто... Он просто летит. Он просто летит. Да, кажется, заметили, что он вроде а как далеко его прилетел. Так... Не, ну он тут не, ну, будет... А что он здесь делает? Он на магазин прилетел. Купит еще 2 бустера или нет? Ну вот я ж и жду как раз смотреть, что там произойдет с этим курьером. Что он вообще здесь забыл на этом магазине? Ну если бы хотел купить 2 бустера, купил бы. И, в принципе, принес бы уже сразу Envy, но нет. Хотя что-то купил. Это бонус 7 закупается. Это бонус 7. А, ну тогда понятно. Да, это не Eternal Envy. Eternal Envy ждет, наверное, 4400, чтобы сразу купить там 4200, то есть, извините. Чтобы сразу приобрести себе скади и всех сильно удивить. Стан в миде в Синг-Синга. Ну, это было прикольно сейчас. Синг-Синг уходит все-таки отсюда.
и счет остается 4-3 в пользу Alliance, но по деньгам мы видим, да, разница очень маленькая, 1500 вели Cloud9, но Alliance отыгрались, по XP 1500 не ведут, XP. Ну, игра на самом деле достаточно медленная, никто никуда не хочет лезть, все, я так понимаю, решили дождаться какого-то там... не знаю, суперлейта, но в суперлейте против Свена обычно шутки шутить нельзя. Но тут дело даже не в суперлейте, а то дело в том, что суперлейт для Свена настанет на 18-й минуте. Ну, с такими раскладами может случиться и нечто подобное. Ну, потому что появится у него БКБ буквально через пару сотен. И все, с БКБ под виспом уже можно летать, убивать. Да. И левел у него 11 уже. При том, что убивает он абсолютно всех, да, кроме Эмбера, который может убежать. И то только потому, что он может убежать, не потому, что Эмбер настолько жесткий. Да, да. Просто потому, что у того есть реминанты. И не надо особо много ума и времени, чтобы быстро эти реминанты провязать и убежать, отскочить куда-то и так далее. А, ладно, Лода, который на 2000 обгоняет по нетворсу Eternal Envy. А вот дальше, кстати, идет Синг-Синг и Бон 7 по нетворсу. И только потом 4 игрока команды Alliance. Аркан Тапки появляется у Тайда. И Рошана забирает у нас парни из... Cloud9. Да, и по-прежнему пытается забирать. Будет ли сюда нырять там сейчас какой-нибудь Свен? Ну, вижу, надо. Закинет просто арбу, прочекает, да? Подпрыгает, ставит сразу ультимейт. Где Свен? Ой, как хорошо все делает Свен. Залетает слишком высоко. Бон 7 а минус. А убивает Бон 7? Да, тут Энви. Ой, дерево ультануло. Их тут же еще Макропира. На Макропиру пофиг. Минус 4. Да, Энди, и гонится за Энви, 2 секунды до Астана, но решили просто пойти сейчас по ходу забрать Пак. Рошана. Пак просто гонит, он говорит, типа, давай, братюня, беги дальше. Но на Рошана не стали заходить, у нас Alliance, а они что, они предпочтут забрать вышку в миде. Да, ну, тут, конечно, Альянс, найс. Просто Альянс drop. Очень четко сработали, почему? Потому что моментально залетела ульта Фариона, Тайдхантер, он даже замахнуться не успел, понимаешь? У него даже не было вот этого телодвижения на Ревейдж, потому что он умер еще до начала замеса, задолго до начала замеса. Да, но увидим, что первая 5 на 5 драка заканчивается разменом 4 в 0. Отсутствием вакуума, ревейджа и всего остального. Ну, вообще ничего не было. То есть Cloud9 только что просто избили. Ну, Лода прожал БКБ, но это такое. Ну, почему же бы и нет? Не, все нормально сейчас у Лоды. У Лоды появляется Мом. А они пойдут Рошана все-таки добивать. Ну, либо команду Cloud9 сейчас там пойдут добивать. Тут разные, на самом деле, такие вещи. Вот Синсин там тоже сейчас у нас проседает немножко. Ну, а зачем? Ну, что они делают? Они же понимают, что их сейчас опять убьют. Не, они, походу, думают, что там... В Рылаке через ультов, 10 секунд. Но ну, как? Есть. Там все есть. Есть God Strange. Там есть уже... Так, вот. Оп! Team Scoil. Оп! Оп! В этом Тайд у нас ультанул. Есть ревидж. Да пофиг, Лода заходит, должен быть старт. С4 живой, С4 живой! Минус. Да ну забей. Синг-синг минус. С4 по-прежнему живой, кстати, но вот только сейчас только он умер. Убивает, но Фурион тут спокойненько разбирается с Ауи. Лода даблкил. Ну и стоит вот этот Рошан, а которого теперь уже спокойно совершенно заберут Альянс. Правда, такие, Лоди, этот телепортик такие выложить они бы. Просто Аланы, это забей, серьезно. А, или Кьюлинг Блейд. И вот так вот. И прилетает Энви, и улетает отсюда Энви. Где? Стан, по двоим, минус два. Это ГГ. Я бы уже писал именно так. Да, Лода здесь нафармил, наверное, левела 4 в этой драке. И 2000 денег он нафармил. Он просто купил денег себе мом вот на последние бабки перед замесом. Да, и нафармил он 2000 денег, кучу левелов. Команда Cloud9 таки не смогла забрать. Рошана забрали, опять-таки, Альянсы. Ну, я не знаю, вот так вот нафидить Свена, и через минуту Cloud9 будут удивляться, мол, а какого черта нас там убивает вот этот Свен соло? Ну, действительно, Синг-Синг вдруг? Не, ну там Левинармор на ЕГМа. Да, там, кстати, Синг-Синг уже второй раз за эту игру ивейдит, собственно, своей ультформой. Слышите, как аплодируют здесь шведские болельщики? Ну, 14 на 5. Это вот напоминает тот разнос 18 на 0. Причем преимущество по деньгам после этой драки вырастает просто до каких-то невероятных высот. Уже, ну, пока что 7,5, но сейчас график обновится, уже будет порядка 8, там, 10. Да, по опыту уже 12 тысяч. По деньгам 8. Просто и Лода выносит, еще эйншентов пошел выносит фармить пачкой. Да, у Лоды 2 800. Ну, я думаю, это сразу кристаллис сходу. Вместо, там, не знаю, телепорта какого-нибудь. Блин, это 19-я минута. Это 19-я минута. Увидеть что такого происходит? Свена где-то в обычном матче,
на 19-й минуте с таким запаком, с таким нетворсом, с ГПМом 680 ГПМа. На 18-й минуте это какая-то нереальная цифра. Именно. У него нетворс 12,5 тысяч золота. Это больше, чем у двух лучших героев команды Cloud9. Да, это столько же, как у двух героев команды Cloud9. И он сейчас снесет вышку. То есть у него станет теперь нетворс больше, чем у двух героев. Ну, можно самому в соло просто всю команду переформить. Чтобы было совсем тысяч. Честно. А где там Висп? Где там Висп? Вот Висп сюда подтягивается. Это просто жесть. И, в принципе, готовы уже, наверное, альянсы опять на кого-то нападать. Им нужен вижен. Им нужно хоть кого-то увидеть. А как только они этого кого-то увидят, нападение просто будет незамедлительным. Ну, скоро увидят, я думаю. Но 3... они-то не спешат, им ничего не надо, они фармят все линии. Ну, 3700 у Лоди на руках, нужно срочно Лоди что-то закупить. Нужен срочно какой-то кристаллис или еще что-то в этом духе, потому что деньги в инвентаре не дают преимущества. У него сейчас нетворс, да, по факту там порядка 9000, то есть уже разница не такая большая, как казалось бы. Да. Ну, будет тратить, конечно же, он, я не знаю, на что. Кристаллис. Ну, вообще, да, тут других вариантов, в принципе... Ну, другие варианты есть, но они глупые все абсолютно. Ну, типа... Дейдалус тут вообще выглядит лучше всего, естественно. Ну, собранный из кристаллиста, естественно. Так, у нас залетает бульдог. БН-7 сразу же так, делает так, тут на ЕГМа, на Лод напали, связали. ЕГМ заморозили, Тайд ультует. Тайца Лода убить, Лода БКБ. Просто иди сюда, говорит он, мой милый друг Eternal Envy. Говорит, ну куда же ты? Ну погоди, ну братюнь, ну чуть-чуть еще. Мама мия, как больно. О мой бог. Вот это да. Напоминаю, команда Cloud9 только что в составе 5 человек или 4 напала на Лоду и Виспа. Да, и Лода решил... Не, ну Виспа убили. Поздравляю. Лода решил, что такие вопросы надо решать как-то по-другому совершенно. И... Кристаллис уже полетел. И 2700 еще осталось, да? Ну да, он сейчас там заберет... Просто доедалось сразу. Демонедж, да, и потом доедалось. Так, прыжок, дерево. Так, Лода, где Лода? Алхимик там раскручивается, БКБ в кулдауне, не хочет без БКБ нападать. Там Алхимик сейчас взрывается. Что-то, что тут за ор у нас идет? Там Hellraiser, что ли, уже проигрывают? Ой-ой-ой. Уже 11-10. Выигрывали 11-4 сторону. Ни одного раунда не взяли за защиту. Фантастика. Там, к сожалению, пацаны наши сыпятся. Да, ну в КС неприятности у ХРов. Короче, что-то шведы овнят пока что. Да, шведы решили отовнить... отовнить DreamHack. Ну ничего-ничего. Так, ну смотрю, пока в Хардстоуне тут Одессит из Калифорнии 1-0 ведет. Одессит из Калифорнии. Да. Уже везде сейчас играют просто наши. Да-да-да-да. В Доте, к сожалению, нет уже наших. Ну что же, Envy в лесах. Envy по-прежнему собирает у нас Fast AFSCADI. Это типа Fast уже, да, называется? Да, ну конечно. AFSCADI. Ну да. Это Fast AFSCADI. Очень Fast. Ну а что же это не, еще? Не, ну у него типа на самом деле у него вроде все... Вот я сейчас хочу посмотреть. Не, но по ГПМу уже очень сильно представляет. 370 ГПМ, а это очень мало. Ну типа у него 6900 там у Алхимика, как у него где-то. Дарксир на первом месте. Ну у Свена 15 тысяч. Да, да, да. У Свена 15 тысяч это и это, к Свену короче, сейчас прилетит Дейдалус. Это как Тайд, Эмбер и Алхимик вместе взятые. Ну примерно, да. И вот он доедалос. Ну, я хочу посмотреть следующую драку. Вот сейчас 16-й Погоди, левел. Что ты называешь дракой? Драка — это когда, типа, люди дерутся с людьми. Когда один избивает других, это не драка. Это какое-то побоище. Я не знаю. Окей. Просто хочу посмотреть. Во время драки хотя бы там ответные подачи можно увидеть. Или хотя бы какое-то сопротивление. А еще я хочу, чтобы Лода купил даггер. Так, Лода, прожал БКБшечку. Лоду тут сейчас, кстати, могут убить. Да, потому что Висп слишком далеко улетел. Лода теряет Аегис, он пропадает через секунду. Висп и вот он Дейдалус. И, ну, ударчик, ну, ударчик, ну, лодочка, ну, лодочка. Стан, ну, там ну, бей. Ну, почему? Ну, короче, он, Лода... Он не захотел Лода отдавать свою просто. Смерть. Да, он пуси. Пуси. Просто пуси. Не допрыгивает у нас там Энви, ну, и улетает Лода под фонтан. На регенится сейчас вернуться, и можно продолжать. Ну, Аегис не потерял.
скажем так, он ее просто закончился. Ну что ж, Тедди Тавр снизу сейчас будет падать. Угу. 17-й левел уже у Лоды на 23-й минуте, то есть, ну... Не, у Лоды пока что все, ну, типа, супер круто, я не знаю, почему. Только не надо останавливаться. Да-да-да, он просто бы сейчас развернулся, дал один крит и выхилился бы на вот то все здоровье, которого ему не хватало. Да, спокойно. Что, Тавр еще один забрали. Опять-таки, 1300 денег имеется у Свена лишних в запасе. Да, ну и Свен подходит уже к тир 2 вышечке. Где вообще критуль? Я хочу критуль посмотреть. 552, ну, вы понимаете, что в ульте это будет немного больше. Это будет под полторашку просто крит. Что падает Т2. Забирает его висп, что самое интересное. Так, там у нас ворвался Лода на топ. Никого не поймал. И рано прожал ульту. Ботсевена не ловили? Не-не, он врывался на Эмбера, но Эмбер, естественно, успел уйти. Слушай, поэтому... а там снизу Лоду уже поджидают. А что его поджидают? Вот, смотри, кто его тут поджидает. На! Следующий! Следующий! На! Следующий! Иди сюда, говорит. Еще! Себе! Как там карта? Сильвупле. Знаешь, как в Шерлоке Холмсе, когда они там воевали со здоровенным бугаем? Ну, на момент Сильвупле. Вот Лода сейчас примерно так же. Да, ну, ваншот это, конечно... Я не знаю, почему до сих пор играют Cloud9 при виде этого Свена. Ну, пока я опять-таки... Мы возвращаемся сейчас, наверное, с тобой к тому же разговору, который мы имели перед матчем. Я не понимаю, как Cloud9 должны выиграть у Альянс. Я тоже не понимаю. Альянс выглядит крайне уверенно. То есть, вот... Сказать уверенно, это значит не сказать ничего. Альянс проиграли одну карту у Empire, когда их тогда вот это задавили с Виспом и Драгонайтом, правильно? Да. Ну, все остальное время давили они. Ну, вот у Лода опять 4700. Что ему там, я не знаю, Abyssal Blade сейчас дать просто в руки. И, а что угодно. И убивай. Там лучше ему дать еще какие-то криты. Зачем ему Abyssal Blade? Не, ну Abyssal Blade, он-то просто дает вообще 100 урона, если что. Ну, сейчас что-то Лода на что-то уже потратил. Хотя от него деньги. И так уже практически никто не убегает. А что потратил? А он Кирасу собирает. Кирасу, так что хороший тоже на верочку, да. Да. И появляется ранний Скади у Эмбер Спирита. Наконец-то ранний Скади. Теперь у него есть Скади и Физы. Отличный вообще. Теперь он может быть, если ему повезет, он переживет... Что он, стан Свена один удар Свена, да, один удар Свена. Стан он точно не переживет, но один удар может пережить. Да, ну тут правильно пишут. Вам бы, ребят, плашку 18+, на стрим повесить. Ну, к сожалению, у нас ее нету, ребят. Мы можем сейчас попросить наших дизайнеров, они, наверное, нарисуют нам. Бразерс такой или... Так, Аки, смотри, нашли Аки. И Аки успеет ультануть? Да, успел. Так, Тайд ультанул. Я уже хочу увидеть этот ударчик. Раз, два, три. Два, три. Это просто жесть. 1200 крит. ГГ. Драка закончилась за 2 секунды. Более чем. 1-0. Да. Ну что ж, игра просто феноменальная. Я не знаю, я в восторге от такого драйва, который дарит сейчас Альянс своим болельщикам, и в принципе... Ну, причем вот для местных болельщиков это вообще идеально, то, что здесь происходит, потому что именно вот такие вот катки, когда нету какого-то там 70-минутного фарма, когда вот этот вот товарищ просто экшен, бегает... Экшен, и еще раз экшен. И щелкает, как все. 12-07. Лота, это вообще законно здесь в Швеции, я не что знаю. Что ты делаешь? Прекрати, да. Я забыл, к сожалению. Пароль. Я тоже забыл пароль. А, у меня просто русский язык стоит. Я поэтому понятно, что я его просто пароль. Забыл. А, так вот, ребят, ну что, первая карта у нас закончилась. Ваня, давай, иди сюда. Ваня, да, очень вот. Хочет идти сюда. Куда? Падай вон вместо Каспера, я пойду пароль узнавать. Вот, давай я пойду тогда пароль узнавать. Давай. А, я уже узнал. Там девяточка, там где меняется. Понял.
big problems they had were, of course, just the Я еле-еле прорвался через трибуны, сидел в центре прям зала. А эти они пускали сюда, да? Да, выйти было достаточно сложно. Ну, блин. Ну, есть что обсудить? Обсуждаем. Давай. Не, подожди, я хочу начать обсуждение, аналитику этого матча с фаст-скади. Так, нет, ну смотри, на самом деле есть вариант, при котором можно оправдать этот сбор. То есть мы знаем, что Ember Spirit очень уязвим к сайленсам, ну, сайленсу Фуриона, ну, действительно. И Point Booster и Скади в последующем дает ему количество ХП. Количество ХП, в принципе, замедление очень неплохое и кое-какую атаку. То есть, если рашится сразу в БКБ, то есть Эмбер там, мейн керри Эмбер, который первым айтемом делает БКБ, но это не ДПС. Со Скади еще можно что-то придумать, то есть он замедляет, он что-то там делает и, в принципе, заорчить не умирает. Но. Ну, так что в целом это... Ну, это плохой вариант, но не, это ну, не подожди. Самый худший вариант. То есть, если подойти с точки зрения вот такой, что вот мне надо пофиг что, а главное, чтобы меня не убирал Адмирал Бульдог и не ловил меня, да. То, в принципе, он делал все более-менее нормально. Да, но у него он же не знал, что будет вылетать по 1400 в лицо, правильно? У него был отличный счет, у него было 3-0, отличное начало, но в это время фармил Лода. И на самом деле у меня... Лода фармил его тиммейтов. Да. Ну, мы видим, на самом деле мне интересен, я не видел, была ли статистика по ДПСу. Я уверен, да, давайте нам ДПС, дайте нам ДПС, пожалуйста. Ну, вот он, ДПС. Ну, примерно как и разница по нетворсу к концу ну, игры. По-моему, Лода набил столько, сколько вся команда вместе взятая врага. Я вот не знаю, мы не можем, к сожалению, это проверить. Но где-то так оно и есть, я думаю, там вот точно они не нанесли столько давно. В общем, у Лоды там было очень много нетворса, но это и всем было видно, как он в два раза опережал даже своего ближайшего тиммейта S4 и Бульдога. То есть такое, ну, они отдали все. Cloud9 Альянсам отдали все. Они отдали пик, которым Альянс... Тупо любимый пик, которым они играли здесь уже. И не первый раз. То есть, ну да, с Веном они играли единожды против Empire, тогда они победили. Против ребят из... сейчас скажу, против кого? Против ЕГЭ они играли с Фурионом и Трентом уже тоже. Да. И Виз, в принципе, тоже у них подходит. Так что все отлично у них, и я не знаю, почему Cloud9 еще и Пака отдали еще, ну вообще какие-то больные. Ну они просто хотели, наверное, все отдать, что так типа будет веселее. Короче, я не знаю. Вот точно то, о чем мы с тобой говорили перед матчем, получается. Вот просто в одну калитку, без шансов, без вариантов. Outpicked, outplayed, два раза идут Cloud9, будучи слабее Нарошана, два раза умирают. Потом еще Envy выкупается, когда уже забрал Aegis у нас. Свен выкупается, надо же помочь Дарксиру, а то он бедненький, один бежит на троих. Но надо же выкупиться и умереть тоже с ним. Ну, собственно, отличная работа, все выполнено на ура и... 1-0. Единственное, о чем, наверное, сейчас действительно жалеют ребята из Cloud9, что этот финал Best of 5. Да. Что? Они хотят уже явно на автопати, причем побыстрее. Они уже хотят спать, потому что это было действительно больно. Ладно, пауза, и мы вернемся на вторую карту гранд-финала между Альянс и Cloud9 через 10 минут.